солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Ребята, у нас крутейские новости. Номер один. У нас теплая весенняя погода. Вторая крутая новость. У нас многие школы открыты, но не все и не везде. С понедельника у нас открываются парикмахерские и косметические салоны. Это новость 3. Следующая новость. Все сады, все строительные магазины у нас открыты. А также, ребята, игровые площадки тоже открыты. И дети радуются. Садик или школа тут такие вот нарисованные детишки. Лица счастливых детей. Ребят, но есть еще самая крутейшая новость. Крутейшая новость заключается во взгляде на нашу статистику. Вот посмотрите. У нас в Германии, ну плюс-минус, да, будем говорить, 83 миллиона человек. Из этих 83 миллионов на данный момент по вот этой статистике, я смотрела вчера это, кстати, я смотрела вчера, и вам покажу, что я вчера смотрела. А с этих 83 миллионов жителей 121 400 человек, ну, болеют. Или на данный момент они активны. То есть они болеют еще этим повидлом. Теперь проведем чистую математику. Чистая математика, чтобы узнать, а процент все-таки же населения, если мы возьмем 83 миллиона как за 100%, то нам нужно узнать, сколько же процентов населения составляет эти 121 400 человек. Как это сделать? Мы все знаем эту формулу,
Мы все знаем эту формулу, дорогие друзья. Формула заключается в следующем. Мы берем 83 миллиона жителей, это у нас 100% населения, а 121 400 вот этих случаев, это, скажем, мы не знаем сколько процентов. Как же нам это сделать? Очень просто. 121 400 мы умножаем на 100 и делим на количество всего населения Германии. Получаем 0,14%. 0,14%. Ребят, ну это даже не 1% населения. Вот такая вот простая математика. И смотрела это 28 февраля 2021 года. Вот так вот. Ребята, о чем нам это говорит? А ты не умрешь, а будешь жить и возвещать дела Господни. Псалом 117:17. А Б, ребята, те, кто играет с этими цифрами, упадет на свои же грабли. Поэтому мы связываем всякий страх и панику, выкидываем их с наших городов, с наших стран на помойку.